Секрет победы – ежедневные тренировки. Люберецкие спортсмены стали чемпионами на международном турнире по тхэквондо, который прошел в Ташкенте. С победителями соревнований и тренерами на домашней тренировке пообщались мои коллеги. Тхэквондо – это широкое применение ударов ногами и руками. Спортсмены отрабатывают технику упражнений многочасовыми тренировками, чтобы довести удары до нужной точности и силы. В обучении будущим чемпионам помогают профессиональные тренеры. Все это делается для того, чтобы выйти на соревновательную площадку и всего лишь несколько минут бороться за победу. Усердно тренироваться, работать. Это должна работать синергия родителей, спортсмен и тренер. Если этот треугольник работает успешно, то, соответственно, результаты получаются хорошие. Если у нас свободный график, то 7 раз в неделю. Если мы готовимся к соревнованиям, то до 12-13 тренировок доходит неделя. То есть одна утром, одна вечером. Александра Щедринская занимается тхэквондо с 5 лет. Сейчас она мастер спорта, состоит в сборной России по тхэквондо и тренер. В ноябре этого года приняла участие в международных соревнованиях в Ташкенте, где заняла первое место и стала чемпионкой в категории спарринг до 50 килограммов. Ну, как на всех соревнованиях, всегда стресс присутствует, всегда есть переживание, что чего-то может быть не получится, может где-то что-то пойдет не так. Но мы все с этим справились, у всех более-менее неплохие результаты. Соревнования интересные, соперники непростые, очень много спортсменов с разных стран, это необычно. Еще одна воспитанница Центра спортивной подготовки завоевала титул чемпиона в международных соревнованиях. Александра Журова занимается тхэквондо с 7 лет. В спортивном зале проводит больше 10 часов в неделю. В 15 лет вошла в сборную России по тхэквондо. По спаррингу у меня было 3 боя. Все их выиграла, ну, добралась до финала и тоже выиграла. Я переживала сильно, но только до того, как вышла на даянг. Когда уже начался спарринг, я думала только о бое, о тактике, о том, как выиграть и победить эти соревнования. Я горжусь, что я получила вот эту медальку. Горжусь, что получилось выполнить установки тренера и была не зря проделана такая работа. Соревновательный сезон воспитанников клуба «Торнадо» 2023 года завершен. Теперь спортсмены готовятся к международным турнирам и первенствам России в следующем году. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.